Я себя алкоголем увлекся, что, нет, блядь? Да, я бухаю каждый день. Прости, что фрукты я на ночь нельзя. В своих вещах. Ну, не я ешь уже так. Ухожу. Ту ночь я пришел. Сожрись яблоко ночи. Зеленое, сочное, вкусное. Поссорились. Спасибо. Она вышла из себя. Села в машину и разбилась. В детстве, как и все дети, наверное, хотел стать учителем по этому. Короче, учителем. Потом ветеринаром. Стефан ходит самостоятельно, нет. Загубленные жизни. Если ты будешь себя казнить за то, в чем не виноват, то в конце концов ты просто сойдешь с ума. Казахстан, привет. Я знаю. Поверь мне, не знаешь. Ребята, вы сюда зашли, чтобы что? Чтобы про Бузову поговорить? А пару лет назад. У Бузовой другой аккаунт. Мы с Майком столкнулись с другой машиной. А что это сюда? Женщина и ее дочь погибли. Да, я слышал. Мать, я не ем сало, в принципе. Так мы сказали. Но это ложь. После аварии я не могла найти права. Так получилось, что они остались дома в другой сумке, и Майк сказал, что за рулем был он. Так что, как видишь, мне яблоко. Чувство вины. По твоему мнению, есть работа в интернете, конечно. Как мы работаем, по-вашему? В туре я не была. Трагедия, в которой ты не виноват. Может и так. Спасибо, что рассказала. Теперь я буду мстить тебе. Читаю комментарии ваши. Так вкусно ешь яблоко, а есть еще? В тишине ест быстрее. Саша, нарежь, пожалуйста. Саша. Ну там их много. Я должна была рассказать Тома правду. Нарежь, пожалуйста. Фрукты тоже надо уже не ориентировать. Эти можно, член яблочки. Меня восхищает, что вы до сих пор не думаете. Нарежь, пожалуйста. А у вас все можно. Но если я еще раз упаду в ванне, оставь меня умирать. Ладно. За, нарежешь? За работу. Сейчас поем, нарежу. Ну давай забудем об этом. Я сгораю со стыда. Линет, я видел тебя голой. Тебе нечего стыдиться. Стыдо не да. Так, привет. Как котейка, хорошо. Привет. Стефан, у вас милашка, спасибо. Как дела в садовом клубе? Ты занимаешься спортом? Ах, нет. Фильм на фоне «Отчаянные домохозяйки». Лепсима Дева говорит. Цветики. Самое лучшее, мы тебя любим, спасибо. Слушай, прости меня за то, что я влезла в твои дела с потерицей. Ничего. Ребят, еще раз говорю, если хотите поговорить про Олю Бузову, да, перейдите на другой аккаунт. Она подкатывает ко мне. У меня тут речь только обо мне. Почему ты не порвал с ней? Дела я хорошо. В последнее время с головой ушла в работу. Смотрим «Отчаянных домохозяек». В общем, я хотел привлечь ее внимание. Это подло? Нет, что ты. Когда мы сюда переехали, Карлос работал круглые сутки. И почти не обращал на меня внимания. Хм. Словно я невидимка. Невидимка? Им ребенку. Так. Тогда я взяла и нашла того, кто обращал. Спасибо. Я бы никогда домашняя. Не изменил Линет. Я тоже раньше так думала. С котом все хорошо, Стефанчик тоже. Хорошо, что у меня есть друг, который за мной приглядывает. Привет из Пусть Грузии. Друг с маленькой буквы. Брейки ты пока стоят, 14-го сниму. Ты мне все больше нравишься. Может, создадим... Поиски дома, кстати, уже я присмотрела два.
ну, на одном, скорее всего, остановимся, который у нас здесь, недалеко, в Красногорске. Все мы пытаемся скрыть что-то от чужих глаз. Привет из Брянска. Женщины скрывают потребность в стабильных отношениях. Ладно, пойду спать, короче. Мужчины не показывают растущую неуверенность. Давайте, доброй ночи.